И мы будем сейчас постепенно спускаться, да, потому что все-таки это самое интересное, наконец-то туда спуститься, посмотреть, что за ресурсы, посмотреть новые биомы. Прям сразу в первой серии отправимся на максимальную просто глубину, возможно. Так, все. Что-то вообще... Да ладно. Пышные пещеры, ребята, я нашел, походу. Я нашел пышные пещеры. Охренеть. Охренеть. Я алмаз нашел. Так. Так, так. Никого вроде нету. Ладно. Всем привет. С вами Лев. И сегодня будет очень интересная серия, потому что я нашел деревню и нашел вот это. Горы. Новые горы, и даже там идет сейчас снег. Это просто охренеть. Всем привет. С вами, короче, Лев. Да. Это пещеры и скалы. Вторая серия. Погнали. Это у нас выживание, короче, да. Let's play. Короче, вот, вот так вот выглядят новые горы. Таким вот образом. Да чтоб тебя! Тихо, тихо! Рыхлый снег уже сразу увидел. Блин, два блока прошел и уже на рыхлый снег наступил. Он, кстати, только здесь, потому что я вот там проходил, поднимался, или где-то вот здесь поднимался, и, в принципе, я на него не упоролся. Ладно. О-о-о, тихо, паук, паук. Осторожно, осторожно. У меня, короче, каким-то образом только сейчас удалось все починить. И в плане FPS, и в плане всего. И вроде записывается тоже без лагов. Блин, мне страшно на самом деле, когда у меня так быстро под снег убирает. Мне прям реально стрёмно становится. Блин, да чтоб тебя. Нет, это только ломать сейчас. Надо было лопату, кстати, взять. Это была плохая идея, потому что я этого не сделал. У меня даже мотыга есть. Блин, я сейчас замерзну. Осторожно. Блин, офигеть, глубина, блин, снега. Зомби тоже умирает. Зомби тоже где-то туда провалился. Давайте мы сейчас вот как сделаем. Я сейчас сломаю дерево, чтобы были какие-то блоки. Хоть немножечко блоков. Короче, мы сейчас поднимемся. И, в принципе, все будет отлично. Да, я просто хочу показать, как это выглядит сверху. Даже криперы, смотрите, умирают. Жесть. Просто жесть. Главное, на него не упороться. У меня нету никаких ботиночек. Вот этих нужных, да. И, кстати, есть теперь у нас, видимо, будут факела, кстати. Потому что есть дерево, есть теперь уголь. Почему бы... Эй, нет! Тихо! 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 Ой-ой-ой, здравствуйте, мистер Крипер. Вы что меня так пугаете-то, а? Деревню я, конечно, потом покажу уже, да. Там все мои вещи лежат, вы ничего не бойтесь, да. Все хорошо. Так, что я топором ломаю железо. Да, уже, кстати, утро начинается. Ну, неплохо. Железо я тоже буду добывать по возможности, почему бы и нет. Потому что железа много не бывает. У меня где-то сейчас больше стака уже, наверное, получилось железо. Нихера себе. А это, кстати, новая генерация. В горах теперь, видите, спавнятся изумруды. И высота какая сейчас? 170-я? Охеть. Но это, кстати, далеко не самая высокая гора, конечно. Вот еще вторая есть. Да. Ладно, давайте сейчас на верхушку поднимемся и увидим рассвет. Где рассвет? Рассвет там. Ну, это логично, потому что там ярче. Ладно. Так, вот таким вот образом. Это вроде самый верх. Так, паук, уйди. Уйди просто от меня. Паукам, блин. Да, почему-то солнце не видно. Это я не знаю, с чем это связано. Но, ладно. В любом случае, выглядит красиво. Постепенно, как вы видите, оно все регенерируется. И просто я вижу с этой горы... Вот так вот это все выглядит. Это, конечно, прям красиво. Еще одна гора, нифига себе. Жесть. Просто жесть. Я сейчас сделал 20 кичанка и лагает. Вот, кстати, деревня, в которой я сейчас живу. Жесть, ее прям видно отсюда. Прям, блин, капец, прям. Это прям так круто, реально. Еще одна деревня, вы что сейчас? Надо мной пошутили, что ли? Блин, это просто офигенная генерация. Я реально, я просто в шоке. Вот новая, просто самая высокая гора. Жесть. Я думал, вот эта гора, блин. А оказывается, есть вот эта еще гора. Я в шоке просто от этого обновления. Я не думал, что оно мне настолько понравится. Так, давайте сейчас спустимся. Осторожно. И я буду рассказывать. Короче, я из той пещеры, вот, которую я заканчивал в прошлой серии, я... просто начал копать, ну, над собой, вверх, да, и, в принципе, выбрался на поверхности, где-то в тайге, и увидел сразу эту деревню сверху, и я даже там метку сделал, поэтому вы потом это увидите, да, где это находится, мы потом туда вернемся.
еще. Так, осторожно, выхлый снег, осторожно. Успел я выйти. Так, ладно. Так, подождите, я все правильно делал? Мне вообще, по идее, туда надо? Я сейчас небольшую себе подсказку в виде чанков больших сделаю. Ну, потому что не хочется идти туда, куда не надо, да. Наверное, туда все-таки надо идти. Окей, в принципе, мы идем туда. Идет у нас дождь, как видите. В принципе, мне даже так нравится, если честно. Так, вот, смотрите, какие пещеры. Жесть. Да, но это даже не пещера. Вот это пещера. Так это... Я пришел на место спавна своего. Из первой серии, помните, да? Жесть. Для меня просто, знаете, вот для меня это уже прям даже чуть-чуть мини-ностальгия, потому что я 2 месяца назад здесь был. Жесть. В принципе, вот. Место спавна, вот здесь я начинал серию. Так, ладно, давайте здесь тогда пройдем. Раз мы уже сюда попали. У нас теперь, как видите, есть еда благодаря деревне, потому что у меня... Я, кстати, выбрался специально наверх, потому что у меня как раз была проблема с едой. У меня там было вообще... Ну, у меня вообще еды не было. И только из-за этого пришлось выбираться, потому что я понимал то, что если я этого не сделаю, то я просто умру. Ну, я, по-моему, потерялся. И это, по-моему, не шутки. А, подождите, вот оно место это. Вот оно то самое место, из которого я выбрался. Из тех пещер, да. Вот оно. Окей. Прикольно, конечно. Ну да ладно. Вот у нас овцы, кстати. Они мне больше не нужны. У меня, естественно, есть кровать, потому что я в деревне теперь живу. Так, есть. Так, есть. Все, отлично. Мы дома. Мы дома, точнее, вы еще не видели моего дома. Ну да ладно. Ну что ж, вот, в принципе, и мой дом, в котором я сейчас, в принципе, и живу, да. Вот, в принципе, все мои вещи. Вот, даже у меня снежки теперь есть, да. В принципе, ладно, только я не знаю, зачем они мне сейчас особо нужны. Ну ладно, так. Это, в принципе, мы разберемся. Я думаю, что это надо куда-нибудь в отдельный сундук уже сложить. Как видите, вещи у меня не сильно-то много, но как бы уже, видите, чего-то там накопилось, да. Ну, кстати, из ресурсов я не скажу, что у меня, в принципе, вещи плохие. То есть алмазы, изумруд, еще уже 3 изумруда, редстоун, лазурит, то есть все такое, как бы уже для первой серии, мне кажется, очень даже хорошие ресурсы. Да, я сейчас кое-что сделаю, например, вот так вот. Здесь поставлю сундук временно. Потом уже буду разбираться, что да как. Короче, вот у нас вещи. Вот, кстати, я сейчас расскажу. Здесь в каких-то сундуках я взял вот это. И вот это я взял из этих самых стоек для брони. Откуда я их взял? А взял именно вот отсюда, да. Я вообще не понимаю, что это такое, если честно. Для меня это все как-то выглядит очень каким-то новым, да. Ну, хотя, кстати, давайте это оставим. Ничего, мне, в принципе, 2 штуки и так много. Ладно, тростник, кстати, есть. Почему бы его не собрать? Почему бы, в принципе, и нет, да. Короче, не знаю, у меня все равно подлагивает, но как бы вроде как запись тоже сейчас нормально уже, да. Надеюсь, что прям сильно лагать не будет, да. Золото можно переезжать, в принципе, давайте это тоже сделаем, точнее, переплавим, да. И древесный уголь, ну, тоже можно им сделать. Что бы сделать в этой серии? Наверное, знаете, что я сделаю? Я сделаю кое-что очень важное, а именно отправлюсь снова в шахту туда же, да, но продолжу путешествовать, потому что там я найду алмазы и так далее, и смогу развиваться дальше. А так, в принципе, у меня есть железная броня, железные инструменты, мне, в принципе, больше особо ничего и не надо. Да, ну, естественно, побольше дерева взять желательно. Сейчас я сделаю еще кирку. Так, все, есть железо, так, еще вот это одно сейчас возьму, есть у нас уже факела, есть немножечко еды, но еды я хочу взять больше. К сожалению, кстати, почему-то здесь никакого сена не было, это очень странно. Это правда странно, я его здесь просто не нашел. То есть это какая-то, правда, очень странная деревня, если честно, для меня. Ну, она какая-то вообще как будто бы новая, то есть вообще дома какие-то необычные, да? Даже колодец какой-то такой прям тоже нестандартный. Так, сейчас я бы хотел бы зайти еще в какие-то дома перед тем, как пойти. Может быть, там еще еда будет. Короче, здесь есть, как видите, корова. И в какой дом-то я не заходил? В этот, наверное, я заходил. Вот в этот, возможно, не заходил, да? Что здесь есть? А есть здесь, наверное... А, ничего. Отлично, вообще прекрасно. Так, ладно. Вот, вижу еще дом. Блин, конечно, это, блин, сложно, когда все, блин, то лагает. У меня что-то, я не знаю, у меня... Это очень странно. Ладно. Ладно. Я просто помолчу. Какие-то просто странные. Очень странная генерация.
на этой версии, но, в принципе, чему я удивляюсь? Чем новее версия, тем больше багов, да. Поэтому удивляться, наверное, смысла большого нету. Так, вот здесь я точно не был. Так, чувак, не толкай, не толкайся. Ты чё? Чё так делаешь-то некрасиво? Взять можно, кстати, ягод. Пофиг, что еда плохая, зато это хотя бы еда. Ну и ладно, я не хочу опять сильно много с едой, это самое, много времени на еду тратить, потому что, ну это, блин, такое. Это такое, но, блин, я даже, получается, в деревне не нашел нужного количества еды. Вот такой вот у меня получился набор, да, из еды, как видите, немножечко дерева, кирки, в принципе. Ну, ничего такого особого. Только я сейчас хочу вот что сделать, вот этот изумруд просто вернуть жителю, да. Все. И дальше куда-нибудь вот сюда. Все. Еда у нас есть, хоть и не сильно много, но хоть что-то, да. И хочу вернуться прям в то же место, только где эта метка моя. Вот она. Вот у нас есть еще такой вот дом, кстати, вот картошка. Не знаю, ну пусть будет, почему бы и нет. Очень странно то, что я даже ни грядок, ничего вообще в этой деревне не нашел. Возможно, я просто не везде прошелся, хотя вроде везде. Я говорю, эта деревня, это аномальная деревня какая-то просто. Это очень странная деревня, но есть еще вторая. Но я сегодня туда точно не пойду, потому что, ну, во-первых, я думаю, что на одну серию так много приключений, это как-то, наверное, многовато, да. Так, не думайте то, что это та пещера, надо еще ниже просто копаться. Не-не-не, до свидания. До свидания. Надо просто еще ниже копаться. Там какая-то 21-я высота, что ли. Это уже такая, так сказать, пещера, но повыше. Не знаю, они как-то связаны между собой или нет. Капец, конечно, железо, это просто жесть. Я просто копаюсь вниз, нашел жилу, и все, и 18 железа за раз. Представьте себе, это жесть. По-моему, раньше больше 8 просто не было. Так, вот мое место и мои вещи оставшиеся. Да. Добро пожаловать, в этом месте я и заканчивал серию, да, в принципе, ну и я хочу продолжить, путешествовать здесь. Да ладно, это цепи, охренеть, вот это прям красиво выглядит все, еще круто то, что я это все приблизить могу, конечно, немножечко нечестно, потому что есть же теперь этот самый, ну, что смотреть, да, это что такое? Это просто свет какой-то непонятный. А, кстати, я догадываюсь, что это такое. Это эти блоки, которые светятся. Точнее, не блоки, а типа лианы. Так, зомби. Блин, у меня скилл нету. Это плохо. Так, главное, чтобы на меня кто-нибудь другой сейчас не напал. Надо быть, на самом деле, осторожным. Я не хочу, как всегда, умирать. Но я, как всегда, умру, да? Но нет, не сегодня, да. После серии, кстати, не умер, на удивление. Вообще, хотя я отправился уже в эти пещеры, но не умер. Ой-ой, да чё так много зомби-то? Так, надо их побыстрее убивать, пока есть шанс, так сказать. Ладно, так, вот. Еще железо. Тихо, зомби. Да что у вас так много-то сегодня, алё? Так, мы спускаемся ниже. Тут уже, видите, прям такие узкий спуск. Да, но зато меньше монстров будет спавниться. Блин, что-то... Да... Как выбраться-то из такой пещеры? Я не хочу здесь быть. Не хочу. Ой, опять зомби. Да что вас так много-то сегодня? Прям больше, чем в прошлый раз. Я не знаю сколько. Раза в 3, наверное. Крипер. Так, короче, все. Главное не бояться, просто идти гулять. Ой, главное, эндермена сейчас не посмотрю. Огромные просто пещерище просто, я не знаю. Это просто жесть. Я просто не знаю, что сказать. Я нашел то, что я так хотел. Я сейчас найду. Короче, я сейчас туда поеду. Да. Ладно, блин, что-то очень много зомби и криперов всяких. Здесь у нас нападает. Так, скелет, иди в жопу. Скелет, просто иди в жопу. Блин, и факел еще даже не поставишь. Так, до свидания. Да, есть, все. Иди отсюда. Давай, все, есть. Спускаемся. Аметист, все, наконец-то. Так, зомби, да что вас так много-то сегодня? Что у вас тут развелось-то? Я не знаю, сколько. Это жесть какая-то, блин. Так. Надо, короче, сюда щит сделать. Вот, все. Спускаемся, короче. Побольше сейчас аметиста добудем, да? Аметист я еще не добывал. Но это, конечно, круто, то, что я его сейчас добуду. Так, аметист.
Офигеть. Вот такая вот красота. Так, аметисты, отлично. Вот, кстати, вот этот можно добыть сразу же. И сейчас, если я найду еще этот самый медь, то я смогу сделать кое-какую вещь, а именно телескоп. Ой, телескоп, говорю. Я забыл, как это называется. Бинокль или подзорная труба. Вот, блин. Все, я понял, короче. Короче, я вообще гениальный человек, конечно. Даже забыл, как это называется, блин, вещь, которую я могу скрафтить. Таким вот образом я сейчас это все добываю. И это, конечно же, очень даже приятно, то, что сейчас у меня будут такие красивые блоки. Только в каком количестве их брать, я пока не знаю. Не знаю, сколько мне это пока надо. Но если что, я буду сюда просто приходить и добывать. Не все, возможно, я буду как-то стримить это все дело. Я стримил 1.17, кстати, я находил вот эти места, да. Вот эти места находил. Так, оно не выросло. Вот это выросло. Вот это вроде, это не выросло, окей. Вот эти блоки, если что, нельзя ломать. Из них вырастают эти кристаллы, но если сломаешь, то он просто пропадет. И, наверное, немножечко сегодня еще погуляю. Я не хочу сегодня себе ее сильно большую делать. И то она, скорее всего, получится больше, чем первая. Опять я вижу, кстати, наш этот зеленый красивый биом. А, это, кстати, то место, из которого я сейчас и пришел. И свечащийся чернильный мешок. Тоже очень круто. Можно делать всякие рамки. Так, отлично. Отлично, меня крипак не взорвал, это уже хорошо. Так, и просто красивые пещеры. И, о, так там тоже новый биом, кстати. Ладно. Давайте сейчас спустимся вот сюда, например, и попробуем найти каких-то сундуков. Я думаю, что здесь тоже будут всякие алмазы, алмазы всякие лежать. Так, до свидания. Так, и ладно. О-о-о-о-о-о-о, тихо-тихо, не-не, только паук, паук. Тихо-тихо, есть, все, надо отсюда убежать. Быстрее, быстрее убежать отсюда. Так, я просто хочу найти парочку сундуков, у меня нету никакой цели. Цели у меня нету никакой, прям такой глобальной. Иди отсюда, крипер. Крипуля, не надо. Не сегодня, завтра давай. Так взрывай меня. Да. Так, все, отлично. Мы проходим дальше, но я до сих пор не могу найти никакого сундука. Я вообще, правда, не вижу. Это очень странно. Это прям очень странно. Как будто бы это просто, знаете, появилось и непонятно для чего. Ну, видимо, так и есть. Да, ну вот, кстати, есть еще шахта, может быть, здесь что-то будет. Где сундуки-то? Где сундуки, которые можно будет добыть? Ну, не добыть, а просто забрать вещи из них. Где? Это очень странно, правда. Это прямо странно. Ладно, я сейчас буду искать алмазы, я надеюсь, что я парочку сегодня еще добуду. И тогда я смогу взять алмазную кирку и уже отправляться в ближайшее время в ад. И это будет, ну, это прям быстрое прохождение получится, да. Ну и, естественно, цель такая у меня, это убить дракона, наверное, построить каких-то интересных построек, там, не знаю, каких-то домов сделать, не знаю, еще что-нибудь интересное сделать. Так, ладно, а может быть и не получится интересное сделать, я не знаю. Вот, кстати, я сейчас могу это скрафтить, делаем. Так, поставь. Вот, все, сейчас я это сделаю, наверное. Только нужно верстак и нужна печь, насколько я помню. Сейчас мы быстренько его так вот сделаем, и я сейчас это все быстренько покажу. И получится примерно то же самое, как это было в трейлере, да. Ну, вы сейчас все поймете. Я хочу сделать подзорную трубу и типа потом буду искать выход из пещер. Да, таким вот образом. Но на самом деле, мне кажется, это глупая затея. Так, опять темень. А, ага, крипер. Опять темень, блин, ага. Знаю я, блин. Так, все, сзади никого. Это что? Это золото. Золото я добуду. Золото это хорошо. Золота много тоже не бывает, как и железо. Нет, железа как раз здесь много и бывает, как я уже понял. Значит так, делаем вот так вот. Вот так вот. И осколок аметиста. И получаем подзорную трубу. Прекрасно. Хотя у меня тоже есть своя подзорная труба на С. Допустим, я типа рад. И теперь я могу делать вот так, либо вот так. Кстати, так ближе. Так ближе, чем Optifine делает. То есть, в принципе, это круто. То есть, вот, я приблизил, и действительно могу что-то увидеть в нем. Наверное, сколько надо? Наверное, надо еще где-то алмаза 3, наверное, надо. Это чтобы сделать стол зачарования, и чтобы алмазная кирка была.
Да, конечно, портал можно сделать легче. Я знаю, лавой и водой просто, но я хочу нормально. Добыть. Ой-ой-ой! Скелет! Скелет, что ты на меня нападаешь-то? Что я тебе сделал? И опять я не знаю, где этот щит. Его надо вот куда-то сюда, потому что какой-нибудь крипер опять сзади нападет, и ничего хорошего из этого у меня не выйдет. Да. Так, а какая высота? Уже минус 11, кстати. И чем ниже, тем больше должно спавниться этого дела. Алмазов, да. Но я не знаю, я их встречу сегодня или нет. Хотя, блин, в первой серии я их встретил, и это самое. А в этой не встречу, это будет как-то максимально странно, да. И видите, как я прям прикольно так вышел. Так. О, паукан, здорово, здорово, здорово. Все, до свидания. Улетел. Я нашел тебя, братуха, я тебя нашел. Я тебя нашел, алмазик мой любимый. Офигенно. Я прям счастлив уже. Я, короче, жду Вардена, то есть надзирателя, у которого будет крутой данж и, скорее всего, даже портал. Я хочу просто, не знаю, охренеть от его, там, не знаю, анимации, от его атаки и так далее. И то, что их оказывается, они типа бесконечно могут появляться, как я понял. Это просто, ну, это правда, это как бы, это что-то новенькое, это будет страшно. Ну, а пока что я гуляю, я, в принципе, нахожу здесь опять этот биом. Мне, правда, интересно, я где сейчас нахожусь? Я здесь же еще ни разу не был, это точно. Но, ой-ой-ой, ой-ой. Так, не надо делать. Я просто пройду мимо. Так, у нас какая? У нас минус 45 высота. Короче, просто бегаем и пытаемся найти алмазы. Я даже внимания на этих мобов не обращаю. О, алмазы! Алмазы, алмазы! Здравствуйте, скелет, мразь, не надо! Скелет! Вы что, издеваетесь, что ли? Идите отсюда! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да иди ты в одно место, скелет! Ёбаный! Пошел в жопу! Так, все, где алмаз мой? Есть, все, два алмаза, есть. Тихо, 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 тихо. Есть. Так, быстро едим. Все нормально, все под контролем. Все так и должно быть, да. Все должно так быть. Это что? Это не алмазы. Отлично, вообще прекрасно. Так, скелет, иди в жопу, иди отсюда. Есть минус один. Что дальше, что дальше? Дальше бежим просто нахрен, пока мы живы еще. Пока я жив еще. Тихо, 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 он на пауке. Скелет на пауке. Скелет на пауке, я так не хочу. Иди в жопу, скелет. Не надо. Ой, блин, мне уже прям реально стрёмно. Надо бежать отсюда просто как можно быстрее. Так, мне нужен один алмаз, ребят. Мне нужен всего лишь один алмаз. Так, все, надо как-то спрятаться. Надо как-то чуть-чуть спрятаться. Надо просто чуть-чуть спрятаться. Пацаны, все, это самое. До свидания. Фух, блин, я чуть не умер сейчас. Я чуть не умер. Я вроде как бы живу. Я не скажу, что я прям умер, но как бы сложновато. Так, скелет. Умри. Все, есть. И сейчас у меня заканчивается еда. Вот сейчас будет сложно. Потому что еда, когда заканчивается еда, хаткор прибавляется в раз так в 5, наверное. О, слайм! О, слайм, я возьму тебя, кстати, самый. Слизь твою. Пригодится. Кстати, значит, здесь какой-то слаймчанг ядышком. Что не может не радовать. Меня сейчас будут валить, ребят, походу. Меня сейчас, походу, будут валить. Не надо! Да что вы ко мне привязались-то? Уйди! Маленький зомби. Так, и ты тоже умри, гребаный скелет. Как же вас здесь много-то. И тебя как много здесь. Да что вы наплодились-то, а? Я опять вижу скелет. Вы издеваетесь надо мной, что ли? Это шутка такая? Ты что? Чё вас так много, объясните? Это жесть. Это хардкор. Надо, кстати, вот так посмотреть, может быть, я алмазы найду. Так, под собой копаю. Вот это было страшно, опасно. Даже один блок сломать страшно уже. Умирать не хочется. Два алмаза терять. И золото полстака, наверное, где-то. И пуля. Паукан. Надо искать, знаете что? Ну, я думаю, что вы догадываетесь. Алмазы. Так, эндерменские пули тусят. Нормально им там сидится. Окей. Короче, надо выглядывать алмазы. Это, кстати, очень крутая штука. Я нашел. Я нашел алмазы, ребята. Я нашел алмаз, точнее. Я не знаю, там алмазы или алмаз, но хоть что-то я там уже нашел. Это крутяк. Слушайте, правда круто. Даже Optifine, наверное, так не получится сделать. Так, и скелет. Скелет, в жопу иди. В жопу иди, скелет. И пауки, не трогайте. О, тут два алмаза. Тут два алмаза.
Так главное скелета надо первого гасить. Надо первого скелета. Давай. Убью дверь. Ублюдок! Нет, 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 нет. Тихо, тихо, тихо. Так, сейчас спину ударит. Спину, спину. Ага, хер тебе. Так, все, идем, идем. Беги, 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 живи. Быстрее. Не надо. Умните. Да, умни, собака. Тихо, тихо, там клипак сзади чуть не умер. Не убил меня. Так, клипер. Клипер, нормально все с тобой. Все нормально, клипули, не надо. Уйди, все. От меня. Уйдите. Чтоб тебя, чтоб тебя. Так, минус один. Все нормально, все нормально, под контролем, держимся. Тихо, тихо, тихо. Так, короче, не боюсь его. У меня щит, у меня все нормально. Даже летучая мышь умерла. Ладно, все. Меня эта темнота, если честно, пугает. Без шуток. Реально стрёмно, я просто боюсь то, что кто-нибудь вылезет обязательно. Фух, три алмаза. Миссия выполнена, спасибо огромное. Моей вот этой подзорной трубе, даже лучше Оптифайна, получается, работает. Но, скорее всего, я бы также увидел бы и с Оптифайном, но так честнее с этой штукой играть. Да. Вот, золото. Ну, золото я, наверное, трогать не буду уже. Наверное, на этом, в принципе, пора закончить. У нас выполнена цель сей. Во-первых, я горы увидел, показал две деревни. Ну, одну деревню я показал вам, да. Ну, короче, вот такие вот дела. Да, почему-то мне все время вот эта штука кажется алмазами. Прям по цвету немножечко похоже есть такое. Так, ладно, все, надо отсюда бежать. Я, правда, не знаю, что будет, когда я сейчас выберусь отсюда. Я не понимаю мне, куда потом идти. Но я думаю, что каким-то образом я, наверное, найду свой дом. Так, меня пытаются убить. Меня пытаются убить. Короче, это нехорошо. В принципе, снова заканчиваем в пещере. Ты смотри, какой хитрый тварь. Вот и прибежал. Ну давайте я убью, раз так хочешь. Раз так хочешь, давай убью. Раз ты прям так хочешь. Давай. Давай. Все, до свидания. До свидания. Все, я спрячусь отсюда. Да, мне страшно. Все, до свидания. Ну что ж, на этом, в принципе, пора заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И извиняюсь за такой звук в этом видео, потому что у меня, короче, можно сказать, то, что слетели все настройки UBS. Я все перенастраивал. И, короче, это жесть какая-то. Вот у меня буквально сейчас только получилось более-менее настроить так, чтобы можно было записывать и самому комфортно играть с плавностью. Да. Короче, вот такие вот дела. Ох ты, какая, как это круто выглядит, да? Блин, вот этого не хватало, знаете, когда? Это еще в 1.13 этой штуки не хватало, потому что появились корабли и так далее. А сейчас эта штука есть, да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Всем спасибо. Пока-пока.